Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня очередной влог. Я уже немножечко начинала снимать влог со Златары, но мы там находились в самом центре, и я все-таки до конца не доснимала, никаких некрасивых видов не смогла поснимать, потому что мне просто-напросто помешал дождь. И вот сегодня у нас началась жара в городе. Сегодня воскресенье, дедушка сейчас нас забрал в деревню. И мы сейчас тоже находимся на Златаре, в горах. Тут жарко, но нормально себя ощущаешь, потому что ветерок прохладный. И если бы видели, с чем я приехал, мы приехали в шортах и в майках. А с собой притащили еще брюки и ветровки, потому что вечером здесь будет невозможно сидеть раздетым в шортах и в майках. Солнце очень яркое, поэтому вот шляпа обязательно, солнцезащитный крем. И сейчас мы будем тут гулять. Сегодня целый день тут проведем, скорее всего, до вечера. Ночевать не будем. Вот, сейчас мы тут будем гулять, буду снимать. Очень красиво тут вообще. Сейчас вот развернусь камерой. Я стою сейчас возле дома, вернее, возле апартаментов. Это такие вот сдаются. То есть, ну, дом разделен на 4 части, и в каждой части одни апартаменты. Зайдем потом внутрь, я вам покажу, если интересно кому-то, как это все выглядит. То есть можно снимать, и как дома там все есть: кухня, комната, спальня. Как дома можно тут жить, готовить. Летом вот так вот приезжают, тут отдыхают на Златаре люди. И посмотрите, какая красота! Сам дом, как я уже сказала, разделен на 4 части, 4 апартамента. Такая большая территория возле дома. Здесь эти все сейчас закрыты, только в одной части. Наши вот бабушка с дедушкой сейчас все лето будут тут практически находиться, жить. Бабушка со Стежкой отправились в лес на прогулку. Стефани у меня как дикий ребенок. Полчаса сейчас рассматривала корову. Больше всего любим ставить столик вот с этой стороны дома и смотреть ту сторону. Просто отдых для глаз. Я могу просто сидеть по полчаса вот туда, просто смотреть, ни о чем не думая. И сегодня у нас такой расслабленный отдых. Фруктики, кофе.
Вот, ветер снег. Есть била, то прошлый год, не? Что? А? Что там внутри есть, а? Да. Интересно. Нет, это что там? Посмотри, какой туалет. Что это? Что это холодильник? Ну, потому что тут никто не живет, поэтому открыто все. Что в прошлом году? Ну, кто-нибудь приедет отдыхать и будут жить. А в прошлом году кто был тут? Гости. Хоть, а сейчас, сегодня, в этом сегодня году? Сегодня пусто. В этом пусто. Это я Стеша, пока. Ты пойдешь со мной? Моя Стеша лезет на второй этаж. Я тебе звоню, да? Что в этом? Что вот это в тайной комнате? Открываю тайную комнату. Давайте посмотрим, что у нас. О, еще одна комната. Стой, стой. Привет. Как хорошо. А мы тут когда-то были в спальне? Спали в прошлом году летом, когда жарко было. Что мы здесь сейчас спим? Я тут была уже. Смотрите. Еще одна. Две спальни наверху. Вешалка. Я пошла все открывать. А кому ты шкаф открыла и бросила? Ну-ка, закрой. Что тут есть? А, ничего. Вешалка. Нету. Летом тут, конечно, очень классно отдыхать. Вечером ложишься спать, хорошо, прохладно спать, ни жары никакой, ничего. Воздух чистый. И вот здесь особенно. Вот с этого апартамента вид вообще классный. И вечером выглядываешь, вот здесь фонарь как раз светит под окном. И летучие мыши возле него летают. Вот на, это одна комната спальня вот, с двумя большими кроватями. Я уже где я пришла? Маленькая спаленка с одной вот кроваткой такой маленькой. И на втором этаже тут вешалка. И еще одна ванная комната. Тут закрывается проход, чтобы если с детьми кто-то не вывалился со второго этажа, потому что лестница деревянная, вот такая вот крутая уже. Первый этаж на большие. Давай, держись за меня, спускайся. Ну вот так. 20 градусов здесь всего. Никто не живет, холодно очень. О чем я вам говорила. В городе сейчас у нас в квартире дышать невозможно. Больше 30 градусов, наверное, температура. Так здесь прохладушечки. Так хорошо отдыхать. Я бы тут осталась. Стефани говорит, я бы тут осталась поспать. Вот это, если кому-то интересно было, как внутри выглядят такие вот обычные апартаменты, стандартные. И четыре части таких вот с каждой стороны дома. Картошка тут у кого-то и фасоль. Фасоль так тоже как картошку садят в ямке. Бабушка у нас кричит на всю округу, зовет на обед.
Это мне дама. А вот я. Памятно. Но я не буду кушать. Так что возвращаемся на обед. Стеша занята у нас делом, поливает, арбуз моет. Это тяжело очень дело. Да, сачу я его перем. Добро, она сама не газалила. Чекай. Пусти маму не копере. Ай. Давай. Чекай, баба ще да пере. Дай, мамо. Да, может быть, он зеленый? Я тебе путь нечего. Я добре. Снимаю. Добре. Красный. Иди дай ножева. Я сам сам один донес. Она один, донеси еще три. Смотрите, как мама лежит арбуз. А где буква Р? Потерялась опять. Арбуз. 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 Кому первый? Степани. Или первый путь узнаешь? Ale stežky netreba. Baba. Molim se. Da, ja neću da jedem dok ne snimim. Ali je i tazi jeste prilike. Odi za to ovde, odi. Вот и все, вот такое вот у нас сегодня было в воскресенье, выходной день за городом. Сейчас не смейте, сейчас я вам свои ноги покажу. О чем я вам говорила? 6 часов вечера. Здесь просто уже холод собачий становится. Посмотрите на меня. Я уже в толстовке. Вот только, правда, про ноги я что-то не подумала, что я приехала вот в таких вьетнамках. Правда, носки догадалась. Все, уже собираемся домой. Вот такой вот был небольшой вложик. И всем пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.